Да. Да можно вообще? Ну, скоро узнаем. Если что, не ешь за рулем, а ты? Да нормально. Ну что ж, а без криминала никак нельзя, не? Ты сколько сегодня постов проехал? Вот туда. Сколько сегодня постов проехал мусорских, полицейских? Ну это штук 5 точно. Ну все. Ну так тебе еще, а то ты без мазни ездил. Тут слушать двигатель не надо, да? Да-да. Мне было что-то не до мазни, честно. Так мы видели по лицу, что ты переживаешь. Ну да, машина как две квартиры стоит. Мани, я когда первый раз, короче, на икса сел, я ему слышишь, я говорю, что... Короче, почек две. Это, говорю, вырезать. Я тогда, говорю, максимум одну. Он говорит, что ты слышишь? Говорит, одна дробь, взрыва. Два. А, понял, то есть это не дробь, это и есть, да, этот? Ага, понял. Так, а ну смотрите, вот я вернулся. У вас тут на первом этаже, получается, сплошные магазины, аптеки, там, оптики, правильно? И вот всего 5 подъездов. Аня, ты сверху? Мама, вообще. Да, не хорошо ездить, да? Да. Смотри, что он чудит. Смотри, да, Ир, давай, ближе. Да я держись, я сказала. Все, я моя очередь. Вот так, как все, Даня, все. Молодцы. Пойдет весело. Фу, блин, Даня, не. Ой, Даня. Нет, толкнуть можно было. Ну там бы отремонтировали, прикрутил три гайки и поехал, правильно? Да. Ну, выпив не хочется. А, я понял. Охуеть. Да ну круг белый, ты понял. Это внедорожник. Да. Ну понял, круги у тебя навалил. Я пока искал, я ж там дом искал, на той стороне, понял. То я раз, наверное, пять.
Смотри. Вот это получается, ты отпускаешь. Вот тормоза сейчас нажми, чтобы ты понял, где они. Да, вот это тормоза. Ну просто сначала одну шпидаль. Ну, ты тормоза отпускаешь, она уже едет потихоньку. Даешь газку, начинает ехать. И музня тебе подходящая. Ну как, уже привыкаешь потихоньку? Да, ну рулик легко, ты ж видишь, даже я могу с этой стороны тебе помогать. Машина для детей, согласись? Ну большая, да, габаритам надо привыкать. Ну сам факт, я имею в виду по езде, по рулежке, по так как тормоза нажимаешь, чуть-чуть ногу положила, она уже такая как вкопанная, короче, становится. Давай, чеши быстрее, звезда здесь едет. Я даже выкидывал объявление, я обучаю людей езде, понял? А потом что-то подумал, что, блин, лицензии ж нету, ничего нету, меня еще хлопнут за это. Два человека звонила, дочку говорит, купил права, ездить не умеет, научишь? Я говорю, научу. Так и не перезвонил. И еще кто-то звонил, короче, выяснял. Ну, прикинь, на электромобиле тоже, что она маленькая, на ней сначала поучить, поездить, а потом на Мицике тут поездить кругами. Потом где-то по каким-то трассам сельским. Ну, то есть, именно научить ездить можно, бо вот эти ж в автошколах, ты же понимаешь, только орут, короче, теорию и, ну... Ты понял, короче, они не сильно стараются учить. Она открывает. Класс. Офигеть. Вот и так, приятно и полезно. А, на палочке шо? Тю, две вспышки. Как каких-то на аттракционах, если вот аттракцион тебе и недорого. По пути проехались, покатались, но море впечатления. Я говорю, толку иметь машину, понял, и себе ее. Ага. Надо и другим, ну, дать покататься. Тут же шашлыки. Я первую включил, понял, она не переключается дальше, ну специально, вот Эль. Если включить на D, то она бы сейчас переключалась. Ну понял, да? На всякий случай. Пусть он. А, убери руку. Подожди. Подожди, я все. Я буду поворачивать. О, мне так легче. Мам. Да легче, блин, ты сейчас как на газ. Подожди. Не нажимай на газ еще. Я знаю. Вообще ничего не нажимаю. Сначала привыкни к рулю. Подожди. К машине. Подожди, Даня. Даня, ты что, тебе плохо? Чё, тебе нехорошо? Что ты делаешь? Подожди, а ничего не нажимай. Даня, слушай внимание. Хорошо. Слушай внимание. Ну вот этой ногой ты достаешь? Да не достаю я, дело в том, что не достаю. Не нажимай, пока мы с ничего. Да хорошо, давай тогда сделаем хитрее. Тогда вылазьте. Он залазит один, я просто свою ногу так пропихну. Да, да, Ира, вставай. Да, а я буду... Подожди. А он пусть рулюет, а ты сзади его будешь контролировать, и все. По полю проехать. Я думаю, они страшны. И сюда. Анка, теперь наоборот, вот так вот. Поехали.
Давай, сейчас найдем. Все, ты залазишь? А? Залазишь? Да. Залазь. На, а ты на второй телефон поснимаешь? А? Держи, а ты на второй телефон поснимаешь? Хорошо, Ваня, ты... Все, готов? Готов? Да. Ты слышишь? Да. Ты что же с рулем тоже, хорошо. Слышишь? Все, рулю. Да я сразу остановлюсь, если он куда-то не туда будет ехать. Не спеши. Ну хорошо. Просто я ж могу остановить. Ваня, смотри, держи. Вот, я видишь? Я поняла. Держи этот руль. Давай. Руль, я Ваня. Понял. Ну, смотри, не я сейчас замедляюсь. Не спеши, не спеши. Да, 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 да. Ну, почти. Если были бордюры, сейчас бы было... Но все равно это уже что-то, я считаю. Нормально, нужно пока привыкнуть к габаритам. Ну да, считай, что ты по тротуару едешь, тебе надо дорогу. Может, его просто не видно? Да видно, все видно. Видно? Да. Тут не спеши, Даня, ты такой поворот. Я понял, мам. Смотри, ты его. Я с кепкой поднялась. Потихо, куда ты прямо, Даня? Да я прямо. Знаю, я туда, да. Вперед смотри. Еще один кочетик. Был бы Ваня, был бы папа, он тебя убил за такую. За то, что ты ему поцарапал машину, да, там по травке. Еще один кружок. Давай тогда вот там до эстакады. Посигналь, да. Давай, поедем. Ну видишь, где эстакада вот эта вот? Не надо, ты что? Да не, мы не на эстакаду, а вот тут просто круг сделаем. Сейчас скажу, куда заезжать. Вот сейчас вправо рулю. Вот сюда сейчас рулю. Да, крути, крути, крути руль. Да, 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 да. Да, во, вот это я и хотел. И теперь туда, да, езжай. Ну или вот так круг, да, смотри. До бабушки, до бабушки. Да, да. Не, я... Старайся по асфальту. Я вот сюда хочу. Смотри, блин, я в шоке, Даня. Не знала, я тебе телефон купила. Я не знаю, блин, куда я еду. Надо смотри, знать, если на говорят, куда ехать, надо именно ехать. Именно по дорожке по вот этой едь, понял? Да не пипикай, люди так у него в шоке. Там заехал. Я не знаю, я снимаю или еду, а ну, блядь, ну, экран идет? Куда-то едет. Экран потемнел. Да? Ну, ладно, я хоть снимаю за 100%, регистратор снимаю. Да? Смотри. Спеши! Не пипикай, рулю. Рулю. Ой, ёшкин кот. Ёшкин кот. Что задымела сама? Вот вода просто попала. А как можно поворот не включить? Вот так. А, вот тут? Нет, вот там. А. Не надо сигналить, тебе сказала Даня. Ничего не видно. Я хочу... Мне так нравится, блин, кататься. Ничего бы. Просто люди уже начинают, понял? Слышал, звонит. Охренеть, если это надо быстрее валить, потому что люди начали звонить, ездит машина по полю, что фигня. Сейчас такие активисты стали умные, понял? Да? Да. Что? Так а где, подожди, а где можно вообще, ну, детям учиться, женам где можно учиться? Так я же сейчас сижу, думаю, где у нас еще есть поля, на 8-й школе поля, там вроде как все наркоманы, им все пофиг, лишь бы ширка была, не дура. Короче, хватит. Потом рядом со мной техникум вот этот металлургический, поняли, там асфальт, я там 200 раз ездил, но там чуть поменьше, конечно, расстояние. Или там, где вообще никто не ездит, делать никто... Уехали мы с поля, потому что там люди нервничали, собачек выгуливали, боялись, что мы их задавим. Поехали в гаражи кататься. Они что, звонить начали туда? Да, я приезжаю, мужик что-то. А, ну, может, даже просто телефон взял в руку, я никому не звонил. Я включил воротник. Еще. Так, сейчас света тебе еще включим. Да, погоди.
пол. Ну прямо просто. Да, нет, нет, здесь гаражи, но нормально, здесь узкая дорога. Как сойдешь? Я не вижу, где здесь поворачивают. Все нормально, езжай. Замок пошел бы в гараж, взял бы аккумулятор, сигнализацию сменить. Ну понял, электричества нет. Ванюша, куда поворачивать? Налево. Хотя мы можем и так, и на впростець, вы же знаете. Да, так да. И шо? Да, ну пугать вас не будем. По дороге не, пока что едем. Не, я поворачиваю налево. Притормажу. То Алтайская 2022, выезд, как бы, понял? И сюда, сюда, да, сюда. Газуй, газуй, газуй. Ну что, ту кучу переедем? Ты с Олей едешь, отдыхаешь? Ну, в принципе, да. Не, ну она же уже сколько, 5 лет в машине, 5 лет на ней ездит. А, до этого на Peugeot ездила 4 года. Тоже автомат, вся ерунда, только машина легковуха. Ну, большая была. Такая, больше Волги, чуть-чуть длиннее Волги, чуть шире Волги. Peugeot 605. Президент Николя Саркози ездит. О, что я рассказываю? Такси смотрели, такси 4. Такая только зеленая, как в такси. Молодец. Ты что? Ну, туда доехать, да? Вот у выезда на Алтайскую. Там хоть доедет до горки, там поменяемся. Не, Ванюша, за руль тут не надо, меняемся. Менты не надо, не дай тут Боже. До верха доедет. Ира. Ну что, надо покататься, почувствовать тачку, тем более уже привыкла к ней немного. Ну да, она сама едет, то есть зря вы не проехались. Тут и так я одним пальцем беру, руль кручу. Да, она здоровезная, здоровезные колеса. Трусы поменять, я потом покатаюсь где-нибудь. Ну хорошо. Я извлекалась, я вообще, блин. Я ну давайте снимем этих. Классно, классно, Ванёк, молодец. Поворот. Умничка мой, зайка. Вот с этой стороны. Ира, все, Ира, надо на простой машине даже я вот тут переживаю, когда выезжаю, а на этой, по барабану. Теперь дави тормоз, топ и отпускай, все, она никуда не покатится, видишь, стоит, как вкопанная, класс. Я на ней, я жрю, расслаблю. Радиус, и то, я жрю, что. Для первого раза это нормально. Конечно. Да? Ну, видишь, на педаль нажал, он не нажимал, да? Я нажимал, да, я не рискнул, видишь, он сразу лезет, там короче. Ему надо успокоиться. Если он привыкнет, что да, просто машина, просто ехать. Я сейчас на эмоциях, понял, начнет, ну, нет. А чечи прилетели. О, поворот. Куда, блин, везде. Везде, короче, всем бюджетникам. Я думаю, даже если они не удивительно. На АТО я, уходят. Что-то я даже не удивился, да? Я думаю, если они даже на АТО уходят, они там же и делят, не так больно. Где-то машина. Ну и как? О, супер. Каждый день так.